орешек. Ни войной, ни мольбой не достучаться до тебя. Рассеченно сказал фас, а слушаться ты не можешь хорошо. Реши мою задачу, Петри, а я попробую достучаться до тебя в последний раз. Раскрой в себе творчество. Обратись к правому полушарию своего мозга. Нарисуй картины грядущего, и ты увидишь, к чему приведет истинный план Сеченова. Холст ты найдешь прямо здесь. Режим отладки запущен. Введите команду. Да не очень-то я в этом как-то разбираюсь. Крас, давай ты. Круазе по пятой позиции с руками в третьей позиции. Ты уже управился? Все, хватит. О, как талантливо и скоро. Вижу, тебе не привыкать видеть такие картины. Ты хочешь подобного зрелища везде? Отладки запущены. Или тебя всю жесткую небо? Крас, скажи услугу. Выдай дай мне команду. Что она там хочет? Уюта. Отступи! Левый по пятой позиции позже. Если не хочешь слышать тяжелую музыку. Высокие свободные руки, Валерша. Все небо в красках. Закончили упражнение. То был закат, а дальше мгла. Сейчас режим отложки запущен. Введите команду. Раз, твой выход. Я не в курсе, что тут надо. Ничто не может контролировать такую силу. Скажи, Петр, почему ты думаешь... Хватит пока. Иногда тебе кажется... что ты почти подобрался к своему главному. Режим отладки запущен. Вот, введите команду. Раз, пришло твое время. Ты машина умная, но тебе и разбираться с умными командами. Насколько скрытен твой истинный враг. А let's go, со свободным рукам. Об этом не подозревает. Закончили. Узри, узри истину, пес.